Сегодня была тренировка с Людгером Бирбаумом, мастер-класс. Он объяснял разные сложные задачи. Если есть какие-то неполадки с лошадью, он пытался нам объяснить и что-то исправить. Формат сначала была теория, мы разбирали видео, видео с выступлений, какие у нас были ошибки, над чем надо лучше работать. Потом практика, мы выехали все в манеж, по 4 всадника, и разбирали наши ошибки, которые у нас не получаются. Что-то мы подчеркнули новое, для меня было новое открытие, как лучше работать с лошадью. Ну вот завтра попробуем, вторая тренировка, попробуем это исправить, может быть, что-то получится.